И наши подлые, я считаю их предателями. Те, кто подписывает с ними такой договор. Договор о мире, договор о неиспользовании оружия. Вот они подписывают, вот что творится. Приедь сюда, Захарченко, этот лидер Донецкой Народной Республики. Приедь сюда, посмотри, что творится. Гладницкий пусть приедет сюда, посмотрит, что они подписывали. Пусть они приедут, посмотрят. У нас такое каждый день. У нас такое каждый день творится. Пусть они приедут, и прежде чем сесть за стол переговоров, пусть они приедут у мирного населения, спросят. А стоит ли подписывать с такими сволочами мирный договор? Пусть они спросят у нас, у тех, кто взяли в руки оружие. Мы же их привели к власти. Пусть они у нас спросят, зададут вопрос нам, именно нам. Подписывать нам мирный договор или нет? Пусть они сперва у нас спросят. Мы каждый день разрываем трупы людей. Каждый день. И каждый день ловим снаряды то от САУ, то от ГРАДов. Вот у таких вот людей, мирное население. Подойдите, пожалуйста, снимите крупный план. Вот это труп женщины. Имя ее Наташа. У этой Наташи осталось трое детей. Вот это посмотрите, наши президенты Луганской республики и Донецкой. С кем вы подписываете договор? Вы завтра собираетесь встречаться, подписывать договор, а нас двумя днями, то есть 7 и 8 сравнивают с землей. Сегодня артобстрел был со стороны Попасной по городу Первомайску. Била тяжелая артиллерия. Были зенитные установки «Град». Нас этим обстреливают. А вы подло, блядь, подло подписываете этот договор. Мы развернем все свое оружие. Развернем против вас. Против вас. И за нами пойдут все солдаты. Все солдаты. И мирное население пойдет против вас. Потому что вы подписываете не то, что надо. Надо подписывать полностью план боевых действий, план освобождения Донецкой и Луганской Народной Республики. А не те позорные, блядь, мирные планы. Вот это надо подписывать. А вот это смотрите, блядь, смотрите. На трупе вот этой женщины подпишите мирный договор свой, блядь. Вот стоим, откапываем трупы, вот, блядь, по городу бьют установки «Град» с Попасной. Вот их мирный договор. Захарченко, Плотницкий, слушайте. Вы подписываете мирный договор, приедьте сюда в Первомайск обои, приедьте. И посмотрите, что вы подписываете. И с кем вы подписываете договора мирные. Приедьте. Мы уже перестали бояться всего. Мы уже перестали бояться разрывов снарядов. Мы уже перестали бояться и смотреть на трупы наших людей. Мы уже перестали бояться всего. Если вы подпишете подлый вот этот договор, я говорю, вам надо садиться, объединяться. В Луганске 6 тысяч... Солдат стоит с оружием в руках. Почему они не на передовой? Почему они не на передовой? Они все говорят, казаки, казаки. Первый казачий полк. Первый казачий полк во главе с Павлом Дремовым, с Николаем Ивановичем Козицыным. Вот что действительно герои. Кто обороняет город, кто не пускает. Они, кстати, не делят власть, блядь. Они не делят власть. Ни Козицын, ни Дремов. Никто не делит власть. Каждому надо только одно, чтобы у мирного населения был порядок и спокойствие. А вот эти наши руководители Луганской и Донецкой Народной Республики, они делят власть. Они пытаются побольше сделать людям горя. Вот таким вот способом. Вот таким. И должно быть стыдно им. Обоим очень стыдно. Я попрошу ребят, чтобы ни одного кадра не с моей речи, ни один кадр не был убран, чтобы все это было показано по телевидению, по телевидению. Вон, пожалуйста, вон ребята достают. Ребята достают труп девушки. Это не девушки, это женщина, у которой трое детей остались сиротами. Вот мирный договор. Вот он.